телефонных разговоров пытаемся растопить ледяную кости. Эти резиновые будни и дома, автомобили, самолеты, пешеходы несут кого-то куда-то, кому-то, но не меня к тебе, и поэтому на всю улицу ма. Поэтому летит бокал о стену, похолодав от стены, по проводам бой с тенью сводит с ума. Тоннель от постели, гостиная, стек, вас, блин, на приглушенный телек. Наверное, это просто эти песни все, это единственный способ, когда ты не боишься, что придут все ваши разговоры. Мне так и сказали, слава богу, я могу слышать хоть мой голос. Всем моментам, которые были в этой конченной жизни, за это помнить богу. Вау, брата.